Здравствуйте, я Анастасия Наталич, команда городского телеканала «Первый Ростовский». Выделим главные новости недели, расставим акценты. Итак, Ростов-Главное – это атака БПЛА на Ростов и окрестности и пожар в Аксайском районе. Ростов-Главное – это планы сдать первые дома и детсад в Новом Ростове в этом году, а также истории телефонного мошенничества, где жертва осталась без автомобиля. Ростов-Главное – это планерка главы администрации, где шла речь об эффективности платных парковок и вводе нового канализационного коллектора. Ростов-Главное – это 60% готовность Багаевского узла, который улучшит водоснабжение, судоходство, мелиорацию и нерест, и реабилитация реки Темирник очисткой стоков, расчисткой берегов и созданием экопарков. Ростов-Главное – это освобождение от определенного налога на имущество медучреждений и налоговые льготы особой экономической зоне и территориям опережающего развития. Ростов-Главное – это запуск второго речного пассажирского маршрута по Дону на Валдае от Ростова до Семикаракорска через Багаевскую. Ростов-Главное – это возвращение испорченных взрывом украинской ракеты картин в Таганрогский музей, везущий в 1920 год трамвай и жарче, чем в Африке и Сочи за окном. Удар украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу пришелся на Ростов и окрестности. Как сообщили губернаторы и Минобороны, около 3 часов над столицей региона сбито или подавлено 10 БПЛА, и от этого на левом берегу Дона в городе и в Азовском районе вспыхнули ландшафтные пожары. По предварительной информации, пострадавших нет. Василий Голубев обратился с просьбой к жителям области, заметив обломки летательных аппаратов или какие-то осколки, не трогать их, а сразу же сообщать в службу 112 или в полицию. Сильный пожар в Аксайском районе, но уже бытовой. Как сообщили МЧС и губернатор, в поселке Золотой Колос на улице Степной в пятницу утром постепенно загорелись 3 частных дома и 7 хозпостроек. Огонь вспыхнул в одном из домовладений, как предполагается, из-за замыкания электропроводки и распространился на еще 2 в плотной застройке. Тушили его 70 спасателей с помощью 20 единиц техники, плюс сбрасывал воду вертолет Ми-8. Пострадавших нет. Локализовали пожар на 5000 квадратных метров около 11 часов. И уже стали формировать список граждан, чье имущество пострадало от огня, для оказания помощи. То ли Шарм-эль-Шейх, то ли Ростов-на-Дону. Жара под 40 в тени. Даже в Африке посвежее. Марракеш, Марокко. Всего какие-то 34 градуса. И Сочи уже несколько лет как оазис для ростовчан. Жаркий материал Ивана Полехина. Согласитесь, между понятиями «Сочи» и «жара» у большинства из нас стоит знак «равно». И это лето на одном из главных курортов страны снова не подвело. На Черноморском побережье по-настоящему жарко. И это пекло по традиции собирает туристов со всей страны. Но сейчас пальму жаркого первенства Сочи пусть немного, но уступает донской столице. Наша коллега Елена Рябжанова сейчас находится именно там и поделилась с нами подробностями черноморской погоды. Привет, ростовчане! На побережье сегодня тоже очень тепло, но, конечно, не так, как в Ростове-на-Дону. На градуснике сегодня чуть-чуть за 30, море прогрелось до комфортных 25 градусов, а с моря дует свежий бриз. Так что все, кто собирается к нам сюда, на побережье, берите с собой крем для загара. У нас в Ростове крем для загара нужен очень мощный. Да и не совсем уверен, хорошая ли это затея – загорать под 40-градусной жарой. И это если находиться в тени, на солнце же вообще дольше нескольких минут не прожить. На днях в соцсетях выкладывали ролик с одной из ростовских крыш. И там горожанин намерил более 60 градусов по Цельсию. На таком пекле совершенно логично, что не выдерживают не только люди и животные, но даже электричество. На самом деле жара у нас в Ростове — это явление ежегодное, поэтому в планах на год каждый раз учитывается такой комплекс таких явлений. Сейчас у нас по сравнению с весной нагрузки выросли на 23%. Вот. Ну и, конечно, к этому материал был готов. Материально-техническая база вся укомплектована, персонал справляется, то есть есть у нас необходимый для этого ресурс персонала. А вот сотрудникам МЧС справляться с жарой становится все тяжелее. Количество пожаров по сравнению с прошлым годом значительно выросло. И все, как всегда, из-за людской безалаберности. Ситуация серьезная. За прошедшую неделю у нас произошло уже 67 загораний сухой растительности и камыша. Это в 11 раз больше, чем в прошлом году. Площади тоже не маленькие. Более 3 гектар – это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям области, гостям, чтобы предельно осторожны, внимательны были, не бросали ни в коем случае окурки. Даже неосторожно выброшенная бутылка становится причиной пожара. И вот такое пекло, по прогнозам синоптиков, в городе продлится еще несколько дней.
С середины же следующей недели ожидаем снижения температуры. Правда, снизится она всего лишь до 31-32 градусов. Но для нашего города это очень даже прохладно. Иван Полехин, Юрий Лешко, Юрий Санкин. Ростов главное. Первые дома и детский сад в Новом Ростове сдадут в этом году. О комплексной застройке территории старого аэропорта говорили на совещании в правительстве под руководством губернатора. По информации застройщика, первые жители микрорайона получат ключи уже 27 июля, а к концу декабря будет готово 108 тысяч квадратных метров жилья. Готовится к вводу детсад на 200 мест. Строятся школы на 1100 учеников. Проектируется вторая на 900 и еще два садика. А вообще в Новом Ростове будет 6 школ и 11 детских садов. Также там планируются 4 медучреждения, поликлиника, станция скорой помощи, медцентр и женская консультация. Из объектов культуры – филармония, выставочный зал, две библиотеки, в том числе одна для слепых и театр кукол. Для занятий спортом до 2028 года построят 3 спорткомплекса для борьбы и единоборств, а позже – ледовые и гимнастические. Также будет возведен комплекс для олимпийских и паралимпийских видов спорта. Завершается проектирование основных дорог к новому району. Первая по Берберовской между Вересаевой и Сорокалетия Победы до въезда в бывший аэропорт по Шолохово. Вторая от Вересаева до Берберовской, третья по бульвару Авиаторов. Также создается двухуровневая транспортная развязка для пересечения проспекта Шолохова. Срок завершения работ – конец этого года. Губернатор поручил правительству контролировать все строящиеся объекты ежеквартально. Реконструкция дороги по Вавилово активизируется. Доклады о ходе работ губернатор выслушал на совещании в правительстве от глав администрации города и Минтранса. Проект расширения магистрали и строительства развязки на стыке Вавилово-Королёво особенное должен улучшить транспортную ситуацию в Суворовском и на Северном. Завершить его планируется в следующем году. По информации Алексея Логвиненко, после весеннего отставания удалось вернуться в график. Завершается выкуп участков, а строительно-монтажные работы входят в активную фазу. Переустанавливаются сети водо снабжение, канализация, электроснабжение, связи. Строятся колодцы и прокладываются трубы, ливневки. Начали насыпать земляное полотно по основной дороге и местному проезду. Губернатор потребовал сопровождать каждый этап этого важнейшего проекта, а сам он оценит ход работ на месте в конце июля. Новый фонтан пообещал ростовчанам на днях Алексей Логвиненко, предложив самим выбрать место. И вот уже завершен прием предложений, началось голосование. Из десятка точек нужно выбрать одну. Отдать свой голос в соцсетях главы администрации можно за Суворовский или Левенцовский. Они сейчас с огромным отрывом лидируют в вопросе. А также за Платовский, парки Дружба, Сабино или Плевен, площадь Карла Маркса, Шайба, Пустырь от Мадаяна до Толмачева и улицу Горсоветскую. Кстати, городские власти обещают не оставить без последующего благоустройства и уступившие в этой гонке территории. Разочаруем водителей, которые из экономии закрывают часть номеров своих авто на платных парковках и не платят. Департамент автодорог подготовил изменения в действующее постановление, с принятием которых закрывающие знак предметы будут убирать пешие инспекторы, и для штрафа препятствий не останется. Предложение озвучено на планерке главы администрации Ростова при обсуждении эффективности использования платного парковочного пространства. Также речь шла о перспективах ввода в строй нового канализационного коллектора. Одним из крупнейших коммунальных проектов за последние 10 лет стала прокладка канализационного коллектора номер 62. Он практически готов. Строительно-монтажные работы уже завершены. Ввод в эксплуатацию планируется в августе. Новый коллектор подключит к центральной системе водоотведения новые жилые массивы Левобережье и Новый Ростов. Но это грандиозные события в городе. Конечно, не видно, должны находиться под землей новую. Это же есть будущего города, комфортного города. Без этого невозможно. Кроме того, ввод коллектора номер 62 позволит решить наболевший вопрос с водоотведением в Нижней Александровке. Проектирование системы водоотведения жилой застройки Нижняя Александровка, включающей канализационный коллектор номер 58, 63, 64, 65 с подключением в коллектор 62, уже ведется. Еще один вопрос расширенной планерки главы администрации – эффективность платных парковок. Час стоянки – 35 рублей. Штраф за неоплату – 1500. Деньги идут на ремонт дорог. За 5 месяцев этого года, приводят цифры в департаменте автодорог, доходы от платы за парковку больше 3 миллионов рублей. А это чуть меньше показателя всего прошлого года. Сумма наложенных штрафов – 45 миллионов 700 тысяч. Уже оплачено 35 миллионов. И это 65,5% от собранного в 2023. Но многие автовладельцы, чтобы не платить, закрывают часть номера.
и департамент подготовил предложение, как с этим бороться. В том числе в части права оператора удалять закрывающие регистрационные знаки предметы без оказания физического воздействия на автомобиль силами пеших инспекторов. Указанный проект сегодня будет направлен в прокуратуру города Ростова-на-Дону для проведения анализа на соответствие изменений положениям законодательства. При положительном заключении, а также его согласовании правовым управлением администрации города, изменения вступят в силу в установленном порядке. Что касается доходов от штрафов, Алексей Логвиненко предложил использовать еще и для модернизации сети платных парковок. Проанализируйте именно те цифровые платформы, которые в городе сегодня не хватает, нехватка камер, кто там, где наши. Говорили и о парковках перехватывающих. Их в ближайшие годы предполагается организовать в районе главного железнодорожного вокзала, Сельмаша, Стройгородка, старого аэропорта, Красного Аксая и на Левобережной. В 2027-м должна быть завершена разработка стратегии развития парковочного пространства в Ростове. Предполагается объединить в одно целое платные парковки в центре и периферийные перехватывающие, хотя тариф для центра будет, конечно, выше. И еще одно нововведение – парковочный талон, по которому оплатить стоянку можно будет не за 15 минут, а до конца суток. Говорили на планерке и о годе добрых дел. Так, например, добровольцы волонтерского корпуса помогают в военно-клиническом госпитале, собирают гумпомощь, особое внимание семьям участников СВО. С весны идет эстафета добрых дел, итоги которой подведут в конце года. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Больше 600 миллионов рублей выделено из бюджета Ростова на оснащение больниц медоборудованием за последние 2 года. Как расходуются эти деньги, проинспектировал глава администрации города. Для дооснащения Центра онкологической помощи КДЦ «Здоровье» за счет городского бюджета закупили 34 единицы диагностического оборудования. Оно сокращает время гистологических и микробиологических анализов, рентгенологических, ультразвуковых и эндоскопических исследований. С новыми аппаратами делаются высокотехнологичные операции. Это разнообразный класс оборудования, начиная от компьютерного томографа, магнитно-резонансного томографа, лабораторной техники, ультразвуковой техники, техники, которые используются для стерилизации и дезинфекции. Открыт уникальный онкологический центр, в котором происходят сотни уникальных операций. Приобретено уникальное оборудование, это ангиографы, это и робот. Только одних роботических операций выполняется более 500 в год. Это очень большая цифра. Выявить онкозаболевания на ранних стадиях помогает и приобретенное на гранты городского бюджета оборудование в областной клинико-диагностический центр. Это 3 автоматические сканирующие системы для лабораторных исследований, в основе которых работа искусственного интеллекта. Применение искусственного интеллекта улучшает диагностический процесс, позволяет увеличить специфичность и чувствительность скрининга рака шейки матки и повысить объективность заключения врача. Новые коечные отделения реабилитации, не имеющие аналогов в регионе, теперь в ЦГБ. За счет гранта куплено специальное высокотехнологичное оборудование, одно из последних приобретений – аппарат транскраниальной магнитной стимуляции. Очень рады, что он у нас в отделении появился, потому что он для всех наших фактически пациентов он подходит. Это аппарат, который мы магнитной волной воздействуем на мозг, на определенные участки, которые нужны. За год с помощью нового реабилитационного оборудования в ЦГБ поставили на ноги почти 1000 пациентов, среди которых и участники СВО. Достаточно большое количество пациентов, вернувшихся с зоны СВО, получают помощь. Есть возможность, есть оборудование, есть силы, персонал, который может всем этим заниматься. Несмотря на переход медучреждений города в областную собственность, администрация Ростова продолжает поддерживать лечебные учреждения в формате выделения грантов. Благодаря этому мы продолжили получать финансирование на закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволило нам продолжить оказывать помощь жителям города и области в данный момент. На покупку высокотехнологичного медоборудования за 2 последних года медучреждениям Ростова выделено из городского бюджета больше 600 миллионов рублей. Укрепление здоровья людей, увеличение продолжительности жизни – главные задачи всех уровней власти. И работа в этом направлении будет продолжена. Оксана Мельничук, Анна Туполева, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.
Действие сим-карты заканчивается. Для продления назовите код из СМС или паспортные данные. Такое могут сказать по телефону с незнакомого номера каждому из нас. И самое лучшее, что можно в этом случае сделать – отбить звонок. Но в другом случае возможен вариант, на который и рассчитывают мошенники. Звонок, заставший врасплох, ваша сим-карта скоро будет заблокирована. Надо продлить ее действие. Так началось утро работяги из Кашарского района. И не разобравшись с просонием, мужчина принял все, что говорил голос в трубке, всерьез. Я, испугавшись, что останусь без связи, решил действовать его указаниям. Он попросил у меня паспортные данные, чтобы я подтвердил, чтобы продлить действие моей сим-карты. Я ему сообщил. После этого наше общение прервалось. Спустя некоторое время, там в течение, может, 10 минут, мне опять перезвонили. И девушка, представившись представителем госуслуг, сообщила мне, что у меня взломали мой личный кабинет в госуслугах. А дальше бесконечная цепочка звонков от якобы представителей органов федеральной власти до сотрудников силовых структур. И с каждым проблема нарастала, как снежный ком. То кто-то пытается перевести деньги с банковской карты, то машину переоформить. Дошло до того, что мужчину уговорили реально продать автомобиль ради его спасения. Я позвонил перекупам, которые занимаются покупкой автомобилей, и поехал в Ростов. При этом мне постоянно звонили мошенники и сообщали, чтобы я ни с кем не делился тем, куда я еду, что я буду делать. Предупреждали меня об уголовной ответственности за то, что я разглашу какую-то информацию. То есть постоянно я был у них на связи, и мне не давали ни секунды, как бы прийти в себя, обдумать какие-то действия, принять, там, позвонить родным, близким. Уверенный, что сделка фиктивная ради спасения, мужчина взял 1,5 миллиона рублей за авто и по инструкции мошенников положил их на якобы безопасный счет. А то, что стал жертвой, потеряв машину, понял слишком поздно. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а полиция настойчиво призывает нас с вами быть бдительными и не разглашать личные данные по телефону, а о подозрительных звонках сообщать в правоохранительные органы. Лидия Романченко, Первый Ростовский. И вот что еще расскажем далее. Ростов-главное – это 60% готовность Багаевского узла, который улучшит водоснабжение, судоходство, мелиорацию и нерест, и реабилитация реки Темирник очисткой стоков, расчисткой берегов и созданием экопарков. Ростов-главное – это освобождение от определенного налога на имущество, медучреждений и налоговые льготы особой экономической зоне и территориям опережающего развития. Ростов-главное – это запуск второго речного пассажирского маршрута по Дону на Валдае от Ростова до Семикаракорска через Багаевск. Ростов-главное – это возвращение испорченных взрывом украинской ракеты картин в Таганрогский музей, везущий в 1920 год трамвай и жарче, чем в Африке и Сочи за окном. Освобождение медучреждений от определенного налога на имущество, опять же налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны Ростовского и территории опережающего развития. Предложения губернатора по этим вопросам приняты на заседании областного парламента. Медицинские организации, получившие в управление введенные в эксплуатацию в этом году нежилые здания, 2 года не будут платить за них налог на имущество. Такое изменение областного закона о региональных налогах приняли на заседании Заксобрания депутаты, поддержав предложение Василия Голубева. В первую очередь это поможет областной детской клинической больнице, где открыт инновационный детский хирургический центр. Ведь многие из принятых в госсобственность медучреждений оказались сильно закредитованными. Помимо массы вопросов, которые возникли не только в момент передачи, особенно в первый год функционирования, мы увидели одну вещь, которая была закрыта. Я не хочу адресовать это главным врачам, районам и городам. Ну, нюансы есть, несомненно. Ну, закредитованность какая была. Мы ее просто не знали, друзья. Несколько сотен миллионов рублей нам пришлось изыскивать, чтобы закредитованность ликвидировать. А если есть закредитованность, ни копейки ни на что не растратишь, вы же понимаете, да? Ведь надо долги возвращать, а вы о будущем не задумаемся. Поэтому я соглашаюсь с тем, что этот закон хороший. Еще одна внесенная губернатором поправка по налоговым льготам для резидентов новой особой экономической зоны Ростовская. Специализация особой экономической зоны, создание и развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств. Предлагается установить пониженные ставки по налогу на прибыль для резидентов особой экономической зоны. Первые 5 лет ставка налога составит 0%,
последующие 5 лет 5% и по истечении 10-летнего периода 13,5%. Но чем мы будем больше иметь возможность по определенным условиям предлагать бизнесу приходить туда, тем быстрее мы увидим возврат. Поэтому я думаю, что до 2010 года, то есть первая половина из 20, мы увидим, что вложения, льготы, которые мы даем сегодня, вернутся сторицей. Убежден. А для резидентов территории опережающего развития Гуково, Донецк и Зверево по предложению губернатора продлен льготный налоговый период. Для них уже действует нулевая ставка налога с момента получения первой прибыли до 5 лет работы организации. А теперь на последующие 5 лет налог на прибыль будет 10%. О таких льготах просили наши предприниматели, и мы видим, что предоставляя налоговые преференции, область не теряет ресурсы. Она, ну, может быть, в первый период времени не получает какие-то доходы, но в будущем с лихвой перекрывается налоговая льгота по таким территориям опережающего развития или по особой экономической зоне. Также на заседании принят областной закон об отчете об исполнении областного бюджета за 2023 год. Бюджет, кстати, был профицитным больше, чем на 13 миллиардов рублей. Галина Белоусова, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Этот объект решит проблемы с водоснабжением, судоходством, орошением и даже нерестом. Багаевский гидроузел готов на 60%. Ход работ на этом важнейшем объекте оценил Василий Голубев и его советник Виктория Абрамченко. Таких объектов в России не вводили в эксплуатацию последние десятилетия. Багаевский гидроузел – большая стройка на реке Дон, старт которой дали еще 6 лет назад. Но масштабы поражают до сих пор. Без малого 2000 человек, 180 единиц техники работают над первой пусковой очередью второго этапа. Готовность объекта порядка 60%. Это включает в себя водосбросную плотину, двухниточный судоходный шлюз и рыбоходно-нерестовый канал. В основном сейчас ведутся бетонные работы. Общий объем бетонирования 270 тысяч кубических метров. Мы сейчас уже забетонировали 190. Также ведется монтаж гидромеханического оборудования и его поставка. Сейчас делаем закладные детали и устанавливаем пороги. На фоне этих конструкций, на которые работают сразу 3 бетонных завода, даже грузовики кажутся игрушечными. Так сейчас выглядит нижняя голова судоходного шлюза. Уже в апреле 2025-го тут будут ходить грузовые суда. Возводится причально-направляющее сооружение, а вот важнейшая деталь – рыбоходно-нерестовый канал. Буквально родильный дом для рыбы. Ход работ оценивают Василий Голубев и его советник Виктория Абрамченко. Объект действительно очень крупный и для Дона имеет принципиальное совершенно значение для развития судоходства, рыболовства, мелиорации в регионе. Правительство Российской Федерации этим занимается вплотную. Ну, и это решение и поручение президента нашей страны. Для нас это имеет принципиальное значение сегодня и, конечно, на перспективу. Поэтому для нас это очень важно. В целом я удовлетворен масштабами работы. Улучшит Багаевский гидроузел и водоснабжение жителей области. Отсюда начинает восстанавливаться школа гидрологов и гидротехников. Важно, что при строительстве удалось обеспечить импортозамещение. Это дает хорошие перспективы для новых подобных объектов. Было перепроектирование, мы отказались от зарубежных, от недружественных стран и фактически запустили свои смежные производства для того, чтобы такие объекты могли дальше в стране появляться. Есть несколько гидроузлов, которые еще будут строиться. Например, на реке Иртыш в Омской области Красногорский гидроузел. Но Багаевский уникален тем, что он первый за многие десятилетия появится в стране. Недалеко, на левом берегу, строят поселок эксплуатационщиков. 32 жилых дома, склады, мастерские. Еще нужно построить земляную плотину, дамбы, укрепить берега практически до Кочетовского гидроузла. Это порядка 80 километров вверх по течению. Все работы планируют завершить в 2026-м. И, кстати, у Кочетовского гидроузла тоже должен появиться обходной канал для рыбы. Для выделения на него федеральных денег советник губернатора обещал терзать кабинет министров. Дмитрий Сумской, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Очистка стоков, расчистка дна и берегов, создание экологических парков. Такова схема реабилитации реки Темирник. Парк «Первая миля» в зоопарке уже год как открыт. Впереди благоустройство еще 2 миль на берегах. От парка «Дружба» до Щепкинского леса. Как все это делается, оценила советник губернатора Виктория Абрамченко, начиная с очистных сооружений канализации в Аксайском районе.
Уже второй год очистные сооружения канализации в поселке Ковалевка принимают все стоки Аксая и Аксайского района. Оборудование здесь самое современное. Насосная станция, система механической и двухступенчатой биологической очистки, фильтры до очистки и узел обеззараживания. Мощность очистных сооружений 12,5 тысяч кубических метров. Реализована биологическая очистка стоков, двухиловая система. Работа очистных сооружений, естественно, напрямую влияет на восстановление Темирника. Как выполняется программа реабилитации реки, приехала оценить советник губернатора Виктория Абрамченко. Сначала все стоки собираются в комплексе механической очистки. Затем дважды проходят через отстойники и ступени биологической очистки, попадая в резервуар с вершовой загрузкой, а потом в дисковый фильтр. И только пройдя все эти этапы оздоровления, стоки попадают в реку, рассказывает министр природных ресурсов и о расчистке Темирника. Общая протяженность 9,2 километра, на текущий 2024 год у нас запланировано 5,6 километров. Кроме экологической функции этих мероприятий, еще, наверное, это устройство. Да. Создание зеленого комплекса. Да, совершенно верно. Учитывая, что мы реализовали первую задачу, построив очистные сооружения Аксая, обеспечив нормативно очищенные воды, которые теперь поступают в реку Темирник, второй этап у нас идет расчистка данного водного объекта. Третий этап – это будет благоустройство в виде создания очередной мили. В районе Щепкинского леса миля будет уже третьей для создаваемого на берегах Темирника непрерывного природного парка, зонами отдыха, сплошной велодорожкой и так далее. Но возвращаемся к истокам. Первая миля в ростовском зоопарке. Это экопарк, открытый год назад практически на пустыре, обустроенный для езды на велосипедах, самокатах и роликах. И, кстати, теперь еще и с освещением. Было обращение, прямо обращение. Да. Именно, освещения. Да, именно в этот момент мы его отключили, мы его в тестовом режиме включаем, выключаем, чтобы он ведет ремонт. Да, ведется работа. Включите, пожалуйста, нам освещение. До конца июля освещение заработает полноценно. В парке постоянно проводятся экоакции. Сегодня всероссийская «Вода России» с уборкой мусора на берегах. То есть самая проблема – это пластик. Да? В основном пластик, да. В парке тысячелетия Ярославля будет установлена скамейка, которая как раз изготовлена из пластиковых бутылок, которые собраны в рамках «Воды России». Во время проведения акции «Вода России» в 2023 году в станице Старочеркасской была установлена такая же лавочка, скамейка, изготовленная из пластика. И мы очень благодарны Росводресурсам и акции, которая прошла в прошлом году на территории Ростовской области, стартовала. У нас, кстати, волонтеры собирают пластик не только на земле, но и на воде. Юлия Сурикова, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Оздоровление рек, очистка стоков, мелиорация, воспроизводство рыбы. Все предложения по решению проблем водных ресурсов Ростовской области переданы советнику губернатора Виктории Абрамченко. Проекты по сохранению донских водных ресурсов будут предложены для включения в новый нацпроект «Экологическое благополучие». В обход Кочетовского гидроузла нужно построить специальный канал для прохода рыбы к местам нереста, как это сейчас делается на новом Багаевском гидроузле. Такое предложение прозвучало на экспертной площадке, заседание которой провела советник губернатора Виктория Абрамченко. Еще одна инициатива для увеличения рыбных запасов – реконструкция Аксайско-Донского рыбоводного завода. Проектно-сметную документацию подготовил бизнес. Другой предприниматель готов оптимизировать систему работы с нефтесодержащими отходами. У нас на реке, получается, карты отходов и вовсе нет. То есть у нас все этапы движения отходов, они как-то в облаках летают. И моя группа компаний на протяжении 10 лет шли именно к правильному этому всему циклу. Грамотное использование всех водных ресурсов – приоритетная задача правительства. Если мы говорим о развитии судоходства, нужно думать о том, что делать с подсланиевыми водами. Каким образом не допускать загрязнения стоками с кораблей или какими-то другими отходами с кораблей водной артерии. Если мы говорим об использовании водных ресурсов, должны думать и об очистке сточных вод. Это касается и промышленных предприятий, диффузного стока с полей, сельскохозяйственных земель. И касается коммунальных стоков, безусловно. Поэтому вот такой баланс приводит к хорошему результату.
Предложение по очистке стоков уже есть. Это возможность получать федеральные средства не только на строительство очистных сооружений, но и на закупку готовых быстро возводимых модульных конструкций для небольших населенных пунктов. Говорили эксперты и о рациональной утилизации ила при расчистке рек, укреплении берегов, содержании оросительных систем. Мы сегодня собрали экспертов, специалистов, которые каждый в своей отрасли, кто-то в мелиорации, кто-то как раз в очистке стоков в строительстве очистных сооружений, кто-то занимается водохозяйственной проблематикой с точки зрения как раз здоровья водных объектов. Вот эти люди должны сегодня посмотреть на уже принятые решения и сформулировать со своей экспертной точки зрения, что не так, где необходимо совершенствовать законодательство. Все инициативы экспертов по итогам работы площадки будут предложены для включения в новый нацпроект «Экологическое благополучие», который правительство страны разработает по поручению президента до 1 сентября. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Росвиртуал отметил 85-летие. Работа этого завода сейчас особенно важна. Боевые вертолеты Ми-24, Крокодил, Ми-28, Ночной охотник активно используются в боях в зоне СВО. Ми-26 как транспортные. Машины ростовского вертолетного летают в 60 стран. С юбилеем работников завода поздравил губернатор. Хотелось бы, чтобы ваш уникальный вклад, ваш уникальный завод производства продолжали надежно работать, растили новые трудовые династии. А каждому из вас желаю здоровья, благополучия, конечно, мира, как принято сегодня говорить. И все это новые успехи во благо развития нашего Донского края, конечно, всей России. 13 специалистам Василий Голубев по поручению президента вручил госнаграды, орден дружбы, медали ордена за заслуги перед Отечеством благодарности. Еще 10 работников завода получили областные награды и поощрения. Вот что будет в нашей программе дальше. Ростов Главный – это запуск второго речного пассажирского маршрута по Дону на Валдае от Ростова до Семикаракорска через Багаевскую. Ростов Главный – это возвращение испорченных взрывом украинской ракеты картин в Таганрогский музей, везущий в 1920 год трамвай и жарче, чем в Африке и Сочи за окном. Взмах подводных крыльев и летим хоть в Багаевскую, хоть в Семикаракорск. Новый регулярный пассажирский речной маршрут запущен в Ростове. Он стал вторым для Валдая после Азовского, но далеко не последним. В первый рейс отправилась и наша съемочная группа. Этого рейса в Семикаракорск ждали почти 30 лет. В середине 90-х метеоры и ракеты перестали возить людей по Дону. Не вписался советский пассажирский флот в новые капиталистические реалии. И вот новый виток интереса к речным перевозкам. Водный транспорт снова на волне. Есть регулярный маршрут Ростов-Азов. А теперь современный Валдай мчит желающих еще и в Семикаракорск за 2,5 часа. Как мы узнали, что будет первая поездка 2 числа, мы сразу купили билеты. Вот, и с друзьями решили обязательно. Новизна, красивые виды. Ну, все очень хорошо. Новое, необычное все. Мы соскучились вот по таким поездкам, понимаете? С нетерпением ждали нового валдайского рейса не только в Ростове. Гости из Казани отпуск в гостях у дочери спланировали с учетом отправки речного судна. Интересна нам история Донского края, поэтому решили поехать по этому маршруту. Нам очень повезло, потому что мы с советских времен это видели вот такие, ну, не катались, не ходили на ракете. Нам очень интересно. Билеты на Валдай бронировали через интернет и стали первыми их покупателями на новый маршрут. Фирменные кепки на память им и внучке, как первому ребенку-пассажиру, дополнили впечатление от путешествия. Песнями и хлебом с солью встречают пассажиров Валдая в Багаевской. Там обязательная остановка рейса по пути в Семикаракорск и обратно. Первое прибытие – событие значимое. Ведь ездить по реке в Ростов теперь смогут не только туристы. Мы давно ждали, когда это транспортное средство начнет ходить по реке Дон. Ну и сегодня это наконец-то произошло. Семикаракорск – следующая остановка. Пока конечная. Однако со временем маршрут планируют продлить. В Ростов, Багаевская, Семикаракоры, Константиновка и будет Романовская еще для Валдаев. Если там будет больше пароход, то он будет идти даже до Калача-на-Дону.
В общем, речные скоростные пассажирские перевозки по Дону набирают ход и популярность, как туристические маршруты и как альтернатива другим видам транспорта для местных. Валентина Малощицкая, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Картины Таганрогского художественного музея, испорченные взрывом украинской ракеты 28 июля прошлого года, вернулись после реставрации. Привезли их в автофургоне с системой поддержания оптимального режима температуры и влажности, упакованными в специальные ящики. И теперь мы можем оценить работу специалистов. Наша съемочная группа побывала в Таганроге. Именно это здание Таганрогского художественного музея пострадало при атаке ВСУ 28 июля прошлого года. Тогда здесь проходила выставка «Золотые имена Серебряного века». Больше всего пострадали 22 работы русских мастеров. Практически все картины были посечены осколками, а из-под рам торчали осколки стекла. Но больше всего пострадала работа импрессиониста Константина Коровина-Тираса. А скульптура Геворкяна – портрет мальчика была расколота надвое. Таганрогская коллекция собиралась многими поколениями музейщиков, так что ее спасение стало делом чести для опытных реставраторов из Санкт-Петербурга. И они справились мастерски. Весной получившие вторую жизнь картины экспонировались на выставке «Спасенные шедевры» Русский музей Таганрогу в мраморном дворце Русского музея. А теперь вернулись домой. Реставраторы высшей категории в Русском музее, наверное, сделали чудо, потому что многие вещи были в таком плачевном состоянии сохранности. И когда смотришь сегодня на то, как они выглядят, конечно, без чуда здесь явно не обошлось. Отреставрировали холсты рекордно быстро, всего за 7 месяцев. А ведь повреждения были серьезные. Например, картину Анри Шопена «Благословение Ревекки» осколки разорвали в нескольких местах. И при реставрации пришлось использовать донорский холст. Когда вот такие очень критические ситуации, да, когда вырвало осколками основу, да, вместе с красочным слоем, грунтом, то где взять холст? Можно, конечно, сделать новый, там прилепить, да, как-то склеить, приклеить. То есть здесь такая профессиональная реставрация, как этот же самый холст, то есть этого же произведения. Вот они буквально отрезали от кромки, от кусочки, да, и восстанавливали, и накладывали. Самый большой ущерб ракетный удар нанес бесценной, как говорят здесь, работе импрессиониста Константина Коровина-Тираса. Тогда, 28 июля 2023-го, она была центральной на выставке «Золотые имена Серебряного века». Взрывная волна выбила центральную перекладину и картину перекосила. Любое другое повреждение могло ее погубить. А ведь эта терраса – цена для всего мирового искусства. С этой вещью связана интересная история, значит, написание этого произведения. Здесь изображены, как известно, две дочери Шаляпина, Лидия и Ирина, которые гостили в Охотинской мастерской у художника. И одна из дочерей Шаляпина, Ирина, оставила воспоминания о том, как проходило позирование. Ну, то есть достаточно такие интересные факты. И здесь профессионализм реставраторов вернул картине первоначальный вид, а краскам – яркость. Прорыв, который получил холст, вот как раз здесь на вот этой вот экспликации мы его видим, он был настолько необычен и сложен, что вот они его, собственно, подробно описали, что, видимо, какой-то осколок от самой ракеты, да, или от чего-то там, я не знаю, закрутил, замотал нити холста. Да, да, то есть, для них это тоже было необычно. То есть не каждый день, конечно, реставрируют вещи, попавшие, блин, в такую ситуацию. «Девочки. Вербное воскресенье» – единственная многофигурная картина таганроженки Серафимы Блонской. Она до поездки в Питер покидала родной музей лишь однажды, в 30-е годы. Когда сама тематика этого произведения сочли, ну, неудобной для советской власти, и поэтому она была сначала убрана в хранилище, а потом вообще возвращена Серафиме Сонне Блонской. Вот. Ну, потом вторично, вот во время войны, она вновь передала ее в музей. И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Картину, которая от времени стала шелушиться, немного посекло осколками. И реставраторы убрали не только новые повреждения, но и сняли темный слой лака.
И буквально все свечи на этом полотне загорели. Для нас, даже хранители, до которых мы ее помним, хорошо знаем, для нас это стало каким-то откровением, вот этот свет свечей с этого полотна, потому что они буквально засияли. Наверное, вот тот самый первозданный вид, да, который Серафима Соноблунская вот написала. От ракетного удара пострадали 22 произведения искусства, 3 графические работы, скульптура и 18 картин. Отреставрированные картины пока в хранилище. Здание еще ремонтируется, но скоро здесь откроется их специальная выставка. Инна Билан, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Городские легенды разъезжают по Ростову в старинном трамвае. Его конечная остановка – год 1920. А среди пассажиров – отец Федор, Штольц, автор «Обыкновенного чуда» Шварц и другие литературные и исторические персонажи. Среди высоток и машин 21 века не спеша катит старенький желто-красный трамвай. Это уже не общественный транспорт, а машина времени. Ведь пассажиров своих она везет в 1920 год. Заходите, пожалуйста, не толпимся, рассаживаемся по местам. Терминала в этом трамвае нет, а банковской карте здесь, разумеется, никто не слышал. Так что купить билет можно единственным способом – у кондуктора, расплатившись монетами 20-х годов. Так. Среди пассажиров можно заметить человека из 1920-х, отца Федора из 12 стульев. Все еще надеется найти где-то здесь сокровища мадам Петуховой. Отец Федор. Это персонаж Ильфа и Петрова из произведения 12 стульев. Он ищет стулья и попадает в Ростов. Но это есть в 12 стульях. И мы взяли этот кусочек и создали историю, как будто бы он попал вот в такой вот трамвай, и с ним произошли еще приключения, о которых мы не знаем, но которые было бы интересно посмотреть. В трамвае уже не святой отец случайно стал свидетелем ограбления, но именно его обвинили в этом преступлении и назвали карманником. Да вы преступник, сударь, и я разговариваю с вами как с преступником. На каждой остановке в трамвай заходят актеры в образах. Автор «Обыкновенного чуда» Евгений Шварц с возлюбленной. Фокусник Захар, голосистая цыганочка. Придумали такой иммерсивный спектакль городские легенды директоры Ростовского парка 1 мая Ярослава Поручикова и актеры театра русской традиции. Просто хотели сделать что-то интересное, где можно было бы людям не просто ходить как экскурсия, а именно через театральную призму посмотреть на город и узнать больше городских легенд. Очень понравилось. Интересно. Интересно, да? Очень форма. Эксперимент прекрасный. Лучше всех играл Шварц. Да. Путешествие начиналось от здания горводоканала. Трамвай с легендами ехал по Станиславского до Центрального рынка. Дарья Лисицкая, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Пока гандболистки отдыхают, функционеры клуба вовсю работают, подписывают новые контракты. Хотя есть уже и потери. Наш спортивный корреспондент Марина Черных расскажет все гандбольные новости, пришедшие на этой неделе. А заодно познакомит с обновленными и уточненными футбольными календарями нового сезона. Да, но к календарям вернемся чуть позже, а начну все-таки с гандбола, где есть достаточно неожиданные новости. Итак, Анна Сень остается с клубом еще на 2 года, а Алина Решетникова неожиданно решила карьеру завершить. И это была действительно неожиданная новость. Ведь только что отпраздновавшая 20-летие воспитанница нашего клуба Алина Решетникова была с далеко идущими перспективами. А тут завершаю спортивную карьеру. И это при том, что гандбол для нее что-то волшебное. Там вот эти все представления, весь этот звук. И я такая села, там эта музыка, я просто так сижу. У меня аж мурашечки. Ну, в принципе, всегда, когда представление, даже сейчас мы выбегаем, выбегали, такие мурашки. Но мурашки убежали, и Алина решила развиваться вне профессионального спорта. А в каком качестве, не уточняется. За Ростов-Дон Решетникова сыграла 76 матчей, забросила 1500 мячей и сделала 229 голевых передач. Ну а пополнением клуба стала Анастасия Шавман. Воспитанница Ростов-Дона вернулась после 4 лет в Краснодарской Кубани. А по поводу продления контракта до 2026 года Анны Сень клуб даже подготовил уютный праздничный ролик. Левая полусредняя с нами уже почти 13 лет, с 2011-го, с годовым перерывом на венгерский Дьор. И именно здесь стала чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр. Призером чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов.
многократной чемпионкой страны. Но сейчас такое время, что нужно возвращать главный российский трофей. И Анна заявила: «Я безумно счастлива остаться в нашей семье. Благодарю тренера Ирину Игоревну за веру в меня. Она стала инициатором продления моего контракта на 2 сезона». Конец цитаты. И еще одна гандбольная новость. Самым красивым голом сезона по выбору болельщиков стал подкрученный шедевр Кристины Кожакарь в матче с Кубанью. А в футболе стали известны точные даты и время матчей в Кубке и чемпионате страны. Чемпионат стартует уже через 2 недели. В 15 часов субботы 20 июля на поле в Москве выйдут «Локомотив» и «Новичок» «Акрон». Российская премьер-лига объявила даты и время первых 7 туров. Ростов стартует в ту же субботу в 20 часов дома с ЦСКА. А вот второй тур мы открываем, причем вынесенным на пятницу матчем в Самаре с «Крыльями Советов». Ну а в туре номер 3, 3 августа, в субботу у нас игра с чемпионом «Зенитом», да еще и в Питере, начало в 17:30. 4-й тур Ростова снова в пятницу, причем очень поздно, в 20:45 на Ростов-арене с казанским «Рубином». В субботу 17 августа в 5-м туре Ростов в 19:30 принимает Оренбург, а в 6-м туре у нас наконец-то воскресная игра, да еще и закрывающая тур, в 20 часов в Москве с «Локомотивом». Ну и 7-й тур, 1 сентября, воскресенье, в 20:00, Ростов-Факел. Тот самый таинственный клуб с секретными наработками, который мы недавно обыграли в закрытом контрольном матче 1-0. В общем, видим, что практически все игры Ростова будут поздними, на жару жаловаться не придется. Организаторы розыгрыша Кубка России по футболу не отстают и тоже уточнили даты и время своих матчей, но пока только первых 3 туров группового этапа. И тут начинает Ростов. 30 июля, это будет вторник, играем в Москве с «Локомотивом» в 18:30. 2-й тур тоже во вторник, через 2 недели, 13 августа, дома ждем «Химки» к 20:00. Ну и с последним соперником по группе, Оренбургом, встречаемся в среду, 28 августа в 15 часов. На погодном фронте без перемен, а за окном жара под 40 в тени. Иван Полехин с прогнозом на выходные. Роднулечки мои, ростовчане, всех вас от души, как всегда, приветствую, но виртуально. Вот в такие дни жаркие, как сейчас, мы все говорим, мы все боимся ультрафиолетовых лучей, да, мы все говорим, ой, ультрафиолетовые лучи, что-то такое страшное, да. Ну, действительно, ультрафиолет, который идет от солнца, да, прямой ультрафиолет, он очень опасен для человека, для глаз, он действует на глаза, не лучшим образом, на кожу, ну и так далее. Но ведь ультрафиолет бывает еще и полезным, то есть существуют специальные ультрафиолетовые лампы, которыми облучают людей, животных, растения, ну, для всяческого обеззараживания, лечения. Но все-таки в этих лампах ультрафиолет, эти самые лучи опасные, они под контролем. А нам с вами лучше в эти дни на улицу не выходить, ну, постараться, по крайней мере, быть под солнцем пореже, здоровее будем. Очень жаркими будут выходные в Ростове. Ночами 24 градуса, в субботу солнечные плюс 37, в воскресенье еще лучше 38. А понедельнику обещают плюс 39 с легким дождем. На выходных осадков не ожидается. Ветер попытается помочь тем, кто на улице. Он будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 4-5 метров в секунду. Это довольно ощутимо. Атмосферное давление подрастет, но до нормы не дотянет. 752 миллиметра ртутного столба застынут на барометрах. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Таким запомнился Ростов на минувшей неделе. Этот выпуск программы «Ростов. Главное» подготовили команда телеканала «Первый Ростовский» и я, Анастасия Наталич. Давайте делать новости вместе. Присылайте свои идеи, фото и видео на WhatsApp. Вся информация, контакты на сайте 1ростов.тв. И, конечно, мы есть в соцсетях. Подписывайтесь. До встречи.